Что? Какой кошмар. Посмотрите, это очень хороший. Запыхались. Жаль. Вообще же, не для меня песня началась, только когда рэп начался. Да, нормально. А до того можно было поставить любую другую песню. Потому что нельзя танец сам по себе. Смысл песни сам по себе. Почему? Вот как только началась середина, и потом вдруг мальчик пошел одинокий, там жарит, но это еще куда-то куда не шло. Почему не сделать вначале просто поющую группу? Потом вдруг это середина. Понимаешь, и дальше такой эффектный какой-то конец. Поющий в смысле... Ну, вы уже надоели до этой... То есть много танцев поначалу. Вы до этой... Они, главное, не к месту, непонятно что. Почему не спеть просто? Стоят и поют ребята. Каждый сам по себе клевые такие, жаль. Да-да-да-да-да. Потом вдруг начинается рэп, и... Ну, вот что много это? Много танцев. Вот этот танчик можно просто без всяких... Я знал, что это провокация, поэтому... Встаньте как-нибудь так, как красиво, ну как группа мальчуковая. Поставь снова фанеру эту, да. Хоть изобразите, что вы страдаете, потому что или наоборот не страдаете. А потом перейдете в этот рэп и в кругу дальше натанцуете. Хорошая танцевальная группа. Дай хорошую музыку напиши. И нехай себе танцует. Если редко можно, жаль, а то слово. Очень жаль. Может, мы еще что-то покажем? Вы можете танцевать, только не синхронно. Мы круче.